По итогам 2018 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 1184 преступления, связанных с оборотом наркотиков. Это без малого 10% от общего количества преступлений, поэтому обстановку эксперты считают довольно напряженной. Из незаконного оборота изъято 66,7 килограмм наркотических средств. Это почти 40 килограммов марихуаны, 2 килограмма героина и 22 килограмма синтетических наркотиков, что свидетельствует о том, что сохраняется, к сожалению, в регионе, как и по всей стране, негативная тенденция распространения синтетических наркотиков. За короткий срок количество синтетических наркотиков выросло с 5% от общего количества до 30%. Причем вред здоровью они наносят куда более серьезный даже по сравнению с тяжелым героином. Последний разрушает тело, а синтетика – мозг. Восстановиться таким больным до исходного состояния уже не удастся. Если вы стали свидетелем распространения наркотиков или знаете места закладок, сообщите об этом в полицию.